чтобы не задеть солнечную батарею, спускаюсь ногами вниз в сторону агрегата. Да, я агрегат. Прошел солнечную батарею. Принято. Такое космонавты делают впервые. Олег Кононенко и Сергей Прокопьев скрывают внешнюю оболочку «Союза МС-09». Никто и никогда еще не спарывал микрометеоритную защиту – алюминиевую панель толщиной 0,5 миллиметра. Каждое движение космонавты согласовывают с диспетчером. Прилепил камеру на грудь. Стою, снимаю. Обратную сторону от иллюминатора. Принято. Секунд 20-30, не больше, и уходи. Члены экипажа вышли в открытый космос, чтобы выяснить причину утечки воздуха. Все началось с того, что на борту упало давление. Ультразвуковой прибор показал место утечки. На бытовом отсеке «Союза» зияло 2-миллиметровое отверстие. Сложность операции в том, что на корабле нет поручней, поэтому космонавты передвигаются с помощью стрелы. Сергей сейчас будет вынимать площадку якоря. А Олег Кононенко продолжает выход, он уже вышел из ИСО и начинает свое движение к такелажному узлу стрелы. Это вот этот кран манипулятора, такая длинная балка телескопическая, можно ее сравнить с удочкой какой-то большой. Сложнейшая операция длилась почти 8 часов. Чтобы выяснить причины разгерметизации, на Землю отправят контейнер с пробами, которые собрали космонавты. Доставить образцы должен Сергей Прокопьев. Он вернется с МКС через неделю, 20 декабря. Даниил Лычко, «События».